стакан с горячей водой. Хлорид кальция, альгинат натрия, а также пищевой краситель. В стакан с горячей водой добавляем небольшое количество пищевого красителя и альгинат натрия. Полученный раствор мы должны размешать до полного растворения альгината натрия и получить киселеобразное вещество. И растворим небольшое количество хлорида кальция в воде. Воспользуемся пипеткой для того, чтобы все растворить. Аккуратно набираем пипеткой альгинат натрия и добавляем его в раствор хлорида кальция для того, чтобы получились полимерные червячки. Любопытно, что альгинат натрия используется в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки Е401. Применяется как загуститель и стабилизатор в десертах, кремах, а также желе. С вами был Ньютон Лаб. До новых встреч!